Красноярске началось подведение итогов народного референдума за благоустройство городских скверов. Сегодня члены специально сформированной счетной комиссии начали работу по подсчету голосов. Напомню, что отдельные урны для определения скверов победителей стояли на каждом избирательном участке в день выборов президента России. Красноярцам предлагалось поставить галочку за их любимую зеленую зону, которой требуется реконструировать. Сейчас все бюллетени несколько сотен коробок собраны и начался подсчет. Комиссии предстоит за ближайшие 2-3 дня их отсортировать и определить 10 из 18 скверов победителей. Подсчет начался с железнодорожного района Красноярска. Мы должны понимать и объявить жителям нашего города, поблагодарить за ту активность, которую они проявили, и неравнодушие, самое главное, я об этом неоднократно всем подчеркивал, о том, что они выбрали будущее нашего города, и причем не только будущее какое-то такое в длительном периоде, а конкретно скверы, те, которые будут в этом году уже получат новую путевку в жизнь в 2018 году. В ближайшие дни подведут и общекраевые итоги голосования за скверы. Напомню, за благоустройство существующих и создание новых зеленых зон голосовали жители 27 городов и поселков нашего края.